Добрый день! Меня зовут Алена Владимировна, и я учитель русского языка в школе Модафен. Мы продолжаем изучать слова по теме «Мой дом». Мой дом. Как называется эта комната? Это гостиная. Правильно. Что есть в гостиной? Кресло, ковер, полка, ваза и телевизор. Скажите, пожалуйста, как называется эта комната? Это кухня. Молодцы! Что есть на кухне? Окно, стол, стул и фрукты. А как называется эта комната? Спальня. Очень хорошо. Что есть в спальне? Кровать, ковер, окно, шторы, подушка, маленький столик и ваза. А как называется эта комната? Это детская. Молодцы! Что есть в детской? Кровать, стол, стул, тумбочка, полка, окно, штора, подушка, кубики и мишка. Молодцы! Посмотрите, это гараж. Что есть в гараже? Желтая машина и синий велосипед. Молодцы! А как называется эта комната? Кто знает? Это кабинет. Правильно. А теперь внимательно посмотрите на картинку и скажите, где кот? Вот кот. Правильно. А где стол? Вот стол. Молодцы. А где окно? Это окно. Правильно. А где полка? Вот она. Молодцы. Посмотрите на чердак. Что есть на чердаке? Зеленое кресло. Маленькая тумбочка. Стол, стул, большое окно и телескоп. Молодцы! Как много новых слов вы выучили!
А теперь я говорю вам до свидания. Пока-пока.